Координаты однозначно определяются рядом с вектором и на его проекцию. Ладно, я пока ничего не говорю, я просто зачисляю, что такое. Траектория. Что больше, круг или перемещение? Простое это не слишком. Что больше, круг? Как правильно писать? Круг больше перемещения. Наверное, меньше перемещения. Ну, ведь они равны. Ну, и следует писать вот так. Нормально. Ну, начинать с простого надо. Вот. Теперь много двигаем. Дальше. Какое у нас средняя скорость? Во время дельта Т. Дельта Т. Дельта Т. Средняя путевая скорость. Опять что больше? Ну, другому кому-то достанется. Вот. Вот раз больше. Вот я средний. Раз. Еще равно вот я средний. Один, два, четыре. Дальше. Как направлено ускорение? Как направлено ускорение? Макдика в произвольном случае, да? Да, в произвольном случае. Какая же у вас скорость направлена вот так вот? Как направлено ускорение? Ну, дальше программа. Вот так и движение. Ну и ответы там. Не надо, не надо, понятно. Дальше. Ты мне же обозначение смотришь. Ну, касательно и так далее. Угу. Есть вариант нарисовать? Да, вот так и так далее. Угу. Бумагу двигай. Поступательно понятно, вращение mm-hmm. обозначение. Mm-hmm. Вращательно. Цилиндрическая система координат. R, Q, Z. Это x, связь x, это r, дефинсы, r, дефинсы, значит, перемещение, если вектор направленный так, это направление, по правилам,
Если задашь наклонение, даже. Да, если задание. Ну, вот. Ну, в данном случае задаю, то есть это вот. То есть x и обязательно 0, значит. Вот. Их скорость, да? Да, типа вот линейная скорость, вот, ну, то есть связан, какой тут может быть вопрос. Вот, там, скажем, вот такой вот рисунок я тебе сделаю, скажем, таких три рисунка, скажем так, так убираю скорость, и так убираю управление. Вот, увеличивается или уменьшается скорость, да? Сам слово. Дельта, дельта В, дельта омега больше нуля, меньше нуля. А омега это дельфита ДТ, то есть это по определению решения. Да. Буква Б это угловое ускорение, В каком это? Ирода? Ну это в нашем сборнике. Тот, который я им даю. А, так я там возьму предисловие, просто посмотрю. Ну где там? Вот. Ну и скажем вот так. Вот такой рисунок. Только вокруг оси пока, да? Нет. Вот так. Почему? Вот я уже сегодня показывал, Ирина, спрашиваю, а что будет, если вот так, это что значит? Нет, только вокруг неподвижной оси вращения рассматривается пока. Нет, не только. Вот такой рисунок я спрашиваю, что сия означает, угловая скорость так, а угловая ускорение вот так. Дальше что? Не видно. Ну, я не еще... видно, не видно, не видно. А, то есть ты это записываешь, что? Да. Вот, да, я уж забывал, что это записываю. Я слежу. Вот, уравнение движения для поступательного движения, если задана зависимость R от T, уравнение движения, значит, можно находить и скорость как функцию времени, и ускорение как функцию времени. Потом взять и произвольно. Да? Это R с точкой, а это R с точкой. Вот. Вот такие примеры. И наоборот. Немножко вычислительные. Наоборот определенных прав. Да. Вот задается уравнение движения. Какой-то функции, да? Да, скажем. X равняется 5 минус 4 t в квадрате, y равняется 8 t, z равняется 0. Вот. Найти траекторию, то есть выбрать траекторию. То есть какая будет траектория? Парабола, окружность. Или, или формула. Прямая. Вот. Или формула написать выравнение. Или не знаю. Траектория. Скорость, сумма равна будет, скажем, модуль скорости, да. Скорость, то есть другое задание, там скорость, это тоже 1, 2, 3, скорость, 1, 2, 3. Можно рисунки, можно формулы. Да, ускорение. Можно слова. Да, можно, да. 1, 2, 3, так далее. Ну, тут больше, вот, вот это, да, и то же самое, нет, подожди, еще по уравнению тоже по вращательной выше, части. Выше. По вращательной части. Сколько оборотов сдавать? Да, фи от t, да, допустим, 5 минус 4, 0, 0, 4, t в кубе. Вот, требуется определить омега от t, бета от t. Время остановки. Вот. Ну и число оборотов, да. До остановки. Вот такой набор по кинематике, кстати. Ничего. Нормально, ну, можно, да. Вот. Разработку подробнее вечером тебе могу прислать. Присылаю. Я буду пока писать. Я пока присылаю.